Слава Продукцион представляет. Всем привет. Так, в общем, очередной вот такой вот пакет пришел из Китая. Ничего не написано снова. Ну, наверное, потому что наклейка с консолидацией. То есть она пришла в пакете, где было много всяких мелких пакетов. Наверное, вот на этой наклейке все написано. Ну, в общем, я вам сейчас все расскажу. Здесь должен быть кабель microHDMI на HDMI. И штекер на микро должен быть 90 градусов, то есть, да? Вот. Это мне надо для моей камеры, так как она мне еще выступает в качестве веб-камеры. И, в общем, он не нужен, чтобы ответвление не в бок выходило, а сразу вниз. Вот, значит, стоил он 223 рубля 70 копеек. Сейчас он стоит 219 рублей, ну 220 рублей, вот, даже подешевел на 3 рубля, что ли. Вот, ну давайте открывать, смотреть, да, что у нас здесь. Так, да, смотрите-ка. Вот такой вот переходничок. Так, да, вроде правильный этот пришел. Есть как вот скосами наверх, так же и скосами вниз. Ну, ссылка будет в описании. Вот, посмотрите. Есть также еще и угол в другую сторону, то есть вот горизонтально, а есть еще вертикальные разъемы. Вот, то есть вот так вот они будут тоже по 90 градусов, как и в ту сторону, так и в другую. Вот, а на этой стороне у него вот обычный HDMI. Так, ну, сейчас я проверю его. Даже вот здесь написано HDMI. Вот. И вам расскажу, работает эта штука или не работает. Ну, вроде по качеству хороший, проводок толстенький. Вот. Ладно, сейчас вернусь. Так, друзья, в общем, этот переходник все замечательно работает. Ну, видео выводит. Ну, в общем, все хорошо работает. Вот сейчас он у меня стоит в камере. Проверил, он выводит картинку. Правда, звук не проверял, но на камере там в управлении настройки микрофон появился, значит, звук тоже будет писаться. Ну все, на этом конец. Ссылки в описании. Давайте, всем пока.